В рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. 12 сентября с 16 часов все любители спорта в прямом эфире телеканала ПС смогут увидеть соревнования по настольному теннису, которые состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Феникс». А 14 сентября встречаем вместе Поморский Новый год, 7523. 13 сентября в 17 часов на нашем телеканале в прямой трансляции смотрите праздничную программу «Поморское новолетие». Праздник пройдет в музейном дворике на Поморской 3. 14 сентября в 2 часа дня в прямой трансляции на телеканале ПС смотрите открытие юбилейного творческого сезона Архангельского городского культурного центра «Сентябрьские смотрины». Зрителей ждет разнообразная насыщенная концертная программа с участием всех творческих коллективов культурного центра. Видеозаписи концертов, спортивных матчей и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 639-720. Открой город вместе с нами!